Здесь, на третьей южной улице энергетики, провели опиловку деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до проводов линий электропередач. Приоритетом для нас является обеспечение безопасного, надежного, качественного электроснабжения потребителей, для чего выполняется комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, в состав которых включены обрезка веток и кустарника, а также валка деревьев, угрожающих падением на воздушные линии. В этом году в рамках капитального ремонта линий в Иванове запланирована обрезка 1800 деревьев и вырубка 20. Работы подходят к концу. По законодательству энергетики могут провести полную очистку деревьев и кустарников, находящихся максимально близко к ЛЭП. Но, учитывая мнение ивановцев, зеленые насаждения в основном обрезают. Вырубают деревья лишь тогда, когда иначе нельзя. Обрезка зеленых насаждений производится в период отсутствия сокодвижения. С ноября по март включительно. Это согласно 153-му приказу Госстроя. Осенью в основном производится санитарная обрезка, а по весне – омолаживающая. Для того, чтобы уменьшить объем вывозимого материала, порубочные остатки после опиловки измельчают. Эту операцию выполняет импортный измельчитель древесины. Производительность 100 кубометров за смену. Будем перерабатывать это в щепу, по-другому мульча называется. Как бы это фракция чуть крупнее опилка, чтобы уменьшить объем вывозимых порубочных остатков. А порубочные остатки, они каким-то образом могут использоваться для народного хозяйства? Да, они могут использоваться как подстил для каких-то животных, как удобрение может использоваться, как декор. Организация, которая занимается измельчением, бесплатно привозит щепу в зоопарк, приют «Майский день», в отделение конной полиции. Также бесплатно привезут они древесные остатки и жителям. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».